Эй, босс, у нас новый завоз в автосалоне. Приезжай, принять товар. Можешь найти на карте. Нажми М. Так, где у нас здесь? Ну вот, нашел, да, вот это вот автосалон, да, получается. Так, отмена. Все. Нашел. Что у нас там? Вот метка. Едем в автосалон. У нас задание. Радиальное меню. Удерживать таб. С помощью таба можно завести двигатель. Все, заводим. Мы едем на гелетитку. Все, поехали в автосалон. Так, что у нас здесь? Босс, нужны документы на товар. Так, документы на товар. Ага. Так, вот у нас накладные. Отлично. Теперь можно принимать товар. Вот, ваши деньги с продаж. Ох ты, 1 000 000 рублей. Ох ты, круто. Так, идем в машину. Добро пожаловать на Next RP. А что произошло? Подождите. Не понял. Так. Пока я там настройки менял. 3 недели спустя. Так, посмотрим. Это что, тачку мою угнали? Тебя ограбила мафия, отняв у тебя все средства, оставив тебе только паспорт. Верни все, что принадлежало тебе, и восстанови справедливость. Как это сделать? Решать тебе. Что такое? Так, у меня есть возможный вариант развития. Работы, фракции, кланы. Так, работаем. Я таксист-частник. Давай показать на карте. Хорошо. Так, активировать чат. Ты активировать голосовой чат. Понял. Вот этот веди, пожалуйста, и получишь 5000 в том уровне. Всем привет, чуваки. Здорово. Майкл, стой, хочешь получить 5000 на втором уровне? Майкл, 5000 на втором уровне. Давай, я хочу получить деньги, мне нужны деньги, меня сейчас ограбили, денег стой, нету. Умеешь реферальный код, умеешь водить? Не. Давай 03. Стой, заходишь F4, там будет 3 точки. Нажимаешь на них рефералы и вводишь мой код, сейчас тебе скину. Давай. Что? Вот это вот F4, 3 точки. Так, увидел, ага, сейчас сделаю. И что, будут деньги, да? Там смотри. Ну смотри, да, ты сейчас пойдешь, вот у тебя метка, короче, пойдешь, там будет короче это задание выполнить, второй там на втором уровне тебе ты опять туда же зайдешь, когда у тебя будет второй уровень, в верхнем правом углу там уровень показывается, короче, да. Зайдешь туда и будет забрать. Так, ну что ж, мне нужен транспорт какой-то. Ага, а где здесь мне купить транспорт? Слушай, ну ладно, сейчас я пойду посмотрю. У меня тут метка есть. Так, вот она, значит, транспорт. Давайте идем туда. Так, а где я на карте? А, все, стой. Вижу. Так, бежать. Ну все, давайте побежим. Все, сейчас мы... А, вот она метка, кстати. 100 метров до метки. Так, а этот мотоцикл стоит здесь. Я могу его взять, интересно, или нет? Нет, не могу, к сожалению. Ладно, идем, бежим на работу тогда. Так, вот это место. Таксист-частник. Так, заходим сюда. Так, устроиться. Работа таксистом-частником. Тебе необходимо приезжать на вызов других игроков и подвозить их до точки назначения. Для трудоустройства необходимо приобрести лицензию. Зарплата зависит от класса твоего транспорта. Так, ну что, давайте устроимся. А, ошибка. Требуется 6-й уровень. А, 6-й уровень, так у меня только 1-й уровень, да? Ну ладно. Так, ну а давайте устроимся в другое место куда-нибудь. Кем устроиться, грузчиком, что ли? И мне приходится вот так вот бегать, что ли? Ну ладно, побегаем. Так, а здесь забор стоит. О, перепрыгнули. Так, идем, вот здесь вот машинки есть. Сейчас мы сюда зайдем. А, вот автосалон. А, так, посмотрим ассортимент. Так, тачка, Honda. А, 4 миллиона она стоит. 500 тысяч, черная молния. Так, пока у меня столько денег нету. А, купить я не могу, к сожалению.
Хорошо. Так, машинка. Блин, у меня вообще транспорта нету. Так, а это кто такой? 15 метров. Сейчас дойдем. Здравствуй. Я слышал про твои проблемы. Ладно, не будем о грустном. У меня, возможно, есть новости, которые могут тебе помочь. Но прежде тебе нужно выполнить пару задач. Забери мой мопед с ремонта. Хорошо. А где твой мопед с ремонта? Где он находится, этот мопед? Так, а где находится мопед, он мне не говорит. Так, подожди-ка. А может быть, вот эта метка? Вот здесь мопед у него находится. Автосервис, точно. Ну пошли, заберем мопед его с ремонта. Так, все, садимся на мопед. Все, поехали, отдадим мопед чуваку. Так, ну что, все, да? Пошли теперь поговорим с ним. Мопедик. Отлично. А ты ведь без колес сейчас? Пока можешь забрать мой мопед. Так. Мопедик. Забираем мопед. Где мопед? А, вот он, мопед стоит. Так, кто-то мне звонит, что ли? Так, новые уведомления, давайте посмотрим. А новые работы, доступны работы грузчикам. О, ну давай этот, грузчиком устроимся. Так, вот мой мопед. А, тут уже, господи, его заводить-то надо. Все, завели мопедик, поехали. Нам нужно ехать на работу. Так, а сначала работу нужно найти. Давайте где-нибудь припаркуемся, как-то постоим. Что здесь на районе творят люди? Так, давайте посмотрим работу. Так, а ну-ка, показать, спрятать карту, показать легенду. Так, вот у нас легенда. А нам нужна работа. Вот, работа грузчиком. Ага, ну, в принципе, понятно. Вот, можно тут подработать. Так, ну, какая-то махач. Махач какой-то. Здорово. Так, едем на работу. Так. Давайте поедем за кем-нибудь, Сашка. Опа, нифига, ты чё, чувак? Обнаглел, что ли? Не по правилам ездишь. Эй, иди нафиг. Гопник какой-то. Эй. Развернулись, поехали. А, так, это что это тут место такое? Жебрунский какой-то. Ладно. Так, что здесь на районе тут творится? Опа, кто-то лежит. Кого-то уже замочили. Так, а ну-ка, если к этому мужику пойду? Может, у него еще есть какая-нибудь работенка? Так. Пойдем. Что он мне скажет, интересное? Нет, он ничего не говорит. Молчит. Надо найти работку мне. Уведомление. Так, F1. Так, ищем работы. Вот они с работы. Таксист, частник, таксист, курьер компания, дальнобойщик компания, грузчик подработку. Найти рядом. Так, что у нас тут? Ну и где? Где работа?
Давайте еще раз посмотрим. Вот, грузчик потребует показать на карте. Ну. А, вот где метка. Ничего себе ехать, сколько, как далеко. Ладно, побежали. Поедем. Где мой мотоцикл? Вот мопедик мой. Садимся. Поехали. Так, завести двигатель. У меня же тут еще и бензин, наверное, тут. Да, у меня еще и бензин тут есть, офигеть. Ладно, поехали. На работу. Работа, правда, далеко находится. Будем ехать на работу. А где, интересно, мой дом? Так, блин, есть забор везде. Нам надо как-то на трассу выехать. Ну что ж, едем. Угу. Чисто райончик, а это что такое у нас? А, это гараж можно купить, да? Ух ты, нифига, там разборка, смотри, полиция бегает. Что происходит? Вы, я убил, потому что не нужно стрелять. Голосуй без разума, без рода, вперед! 146% не предел! Увеличим... Нифига, здесь проезда нету, к сожалению. А, вон моя метка, оказывается, с той стороны. Ладно, едем. 1.5 километра. Все, едем на эту метку. Это моя работа будущая на ближайшее время. Так, тут просигналить как вообще? Есть сигнал? Это я так далеко уехал, на самом деле, мне надо было туда ехать, в другую сторону, батюшки. Ладно, едем. Поработаем грузчиком. 900 метров осталось. Машина чья-то стоит. Ну тут я не понял, как угонять тачки. Возможно, угонять нельзя. Тут какое-то здание. Да, нужно выезжать на трассу все-таки. По-другому никак сюда не... А почему нету дороги, которая бы... А вот, смотри, остановку вижу. Домик классный. Тут еще все домик, коттеджик. Ан, подзаработаем денег и купим. Поехали. На мопеде. Ну вот, хорошо, хоть транспорт есть. У меня чувак тут дал. По скорости у него слабая мопедика. Надо будет ехать долго. Так, 300 метров осталось. Так, это что-то мафия стоит. Ага, мафиози какой-то стоял. Пропал. А, вижу, вижу уже метку. Вот он завод, о котором я сейчас буду работать. Заезжаем. Так, пропускной пункт. Интересно, интересно. Здесь будем работать. Так, грузчик, подработка. Так, оставим мотоцикл свой. Здесь припаркуем. Пошли работать. Так, устроиться. Поздравляем, ты успешно устроился на работу, грузчик. Ну все, начать смену. Ага. Так, вижу какой-то груз. Подожди, или мне сюда зайти надо, я не понял. Что делать-то надо? А, нет, закончить смену. Нет, 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 нормально все. Все нормально. А, вот метка появилась, 80 метров. Блин, а что я пешком иду? Давай на мотоцикле поеду. На мотоцикле своем. Так, а он у меня постоянно выключается, да, зараза? Так, инвентарь мне не нужен. Завести двигатель. Поехали. Далеко находится метка эта. Я вообще не знаю, что это такое. Ага. Так, выходим. Так, нажмите, откроем, чтобы взять коробку. Где коробку? Я не вижу никакой коробки. Гулю какой-то, прикинь. Так, 3.2 метра. Блин, короче, коробки нет никакой, либо это какой-то глюк на сервере или что. Нет, ну как бы я.
Нажимаю. Взять коробку. Коробки нету, потому что машина закрыта. Так, как ее открыть? Ёлки-моталки. Короче, фигня, давай, поеду назад. Разбираться с работодателем. Ничего не работает. Коробок нету. Так. Погрузить 20 коробок. Так, нету коробок. Так, закончить смену. Ты досрочно совершил смену. Блин, так а коробок не было. Ну реально не было коробок. Давай еще раз попробуем. Начать смену. Так, разгрузить газель. Ладно, поехали. Блин, а... Нет, только что... Эй. Майкал. Привет. Привет, Никита. Как дела? Отвезешь? Куда тебя отвезти? Я тут поработать хотел. Отвезешь. Грузчиком, садись, если хочешь. А почему-то коробок нету. Написано, возьмите коробку, а коробки нету. Так, давай еще раз попробуем, проверим. Будет ли коробка. Что-то не вижу никаких коробок. Блин, может я что-то не то нажимаю. Так, ладно, буду нажимать сейчас все кнопки. Ну, где коробка-то? И чё это я сел? Так, присесть, прыгнуть. ЛКМ переводится как левая кнопка мыши. Но я ее нажимаю, и ничего не работает. Короче, побрили меня с работой. Так, я не понял, а это что такое красный цвет? Может, мне сюда нужно бежать? А, дальнобойная компания. Ох ты, ты чё меня чуть не сбил? Так, вы точно желаете уволиться с текущей работы? Принять. Кто уволится у вас с работы грузчика? Дальнобойщик устроится. Ошибка, требуется 10 уровень. Капец. И как чё? И чё делать здесь? Да. Надо бы мне другую какую-то работенку найти. Поэтому эта работенка мне не очень нравится. Ну что ж, наверное, будем заканчивать на этом серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.